Раз в 4 года воронежские шахматисты сражаются не за доской, а участвуют в выборах руководящих органов областной шахматной федерации. На состоявшейся отчетно выбранной конференции в бескомпромиссной дискуссии были подведены итоги работы, проанализированы недостатки и озвучены конкретные предложения по развитию шахмат в Воронежской области. Развитие спорта в целом, в том числе и шахмат, очень важно для Воронежской области. Необходимо действовать нам ради основной задачи. Усиление в целом роли спорта ради увеличения благосостояния наших жителей Воронежской области. И здесь наша ниша спортивная занимает очень важную позицию. Мы растим здоровых деток, здоровую молодежь, которые вырастают в экономически сильных, грамотных, здоровых наших граждан Воронежской области и в целом России. Сегодня здесь проходит отчетно-выборная конференция по шахматам. Раз в 4 года она проходит в соответствии с уставом и регламентом работы Федерации. Я думаю, есть определенные положительные моменты, есть результат, который показывают ребята, молодежь на соревнованиях различных уровней, всероссийских и даже на международных, поэтому оценка о работе Федерации будет сделана на основании тех результатов, которых удалось добиться руководителям Федерации, всем ее членам. Сегодня эта оценка будет сделана, по итогам будет выбран опять руководитель Федерации, не знаю, кто это будет, как решит общее собрание. Были предложены две кандидатуры на должность президента Воронежской областной шахматной федерации. Одна из них – действующий президент Сергей Рудаков, а как альтернатива ему – международный гроссмейстер Александр Раецкий. Из 41 принявшего участие в голосовании членов отчетно выбранной конференции с двукратным перевесом 22 против 11 вновь президентом Воронежской областной шахматной федерации был избран Сергей Рудаков. Горячим было заседание отчетно выбранной конференции шахматной, потому что с одной стороны, вроде бы есть успехи, с другой стороны, все хотели бы еще больших успехов, причем не только среди детей, но и среди взрослых, женщин. Но в целом, я думаю, разум, кстати, поблагодарили правительство области за поддержку, потому что губернатор много делает для поддержки шахмат. Шахматы становятся популярнее среди жителей области, это очень важный результат. Ну а в целом мы нацелились на серьезные победы в ближайшее время воронежских шахматистов. Вице-президентами Воронежской областной шахматной федерации стали международный гроссмейстер Александр Раецкий и международный мастер, главный тренер сборных команд Воронежской области по шахматам Михаил Кислов. Выборы показали, что мы идем в правильном направлении. Единственное, что нам, конечно, в момент такого кризиса, который сейчас в стране, надо стараться держаться дружно и думать только о том, чтобы как можно свое дело сделать лучше. Поэтому я очень доволен прошедшей конференцией, которая показала возросшую нашу ответственность за порученное дело.